можно. Муравская Елена Николаевна, старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Центрального округа города Москвы. К сожалению, на сегодняшний момент самое большое количество дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода. Сегодня проходит рейд «Пешеходный переход». И очень хочется обратиться к водителям и к пешеходам с небольшими рекомендациями. Водители, будьте внимательны. При проезде пешеходных переходов уступайте дорогу пешеходам, притормаживайте перед тем, как подъехать к пешеходным переходам. А пешеходам даю рекомендацию, что обязательно в одежде надо иметь светоотражательные элементы, потому что в темное время суток при переходе проезжей части водитель за 400 метров увидит, что идет пешеход, затормозит и спасет вам жизнь. Даю рекомендацию также родителям, чтобы они прививали навыки безопасного перехода проезжей части. Ребенка ни в коем случае одного не оставлять на дороге. Держать его крепко за руку, лучше всего за запястье. И показывать своим примером положительным, как надо переходить через дорогу. Крутить головой, посмотреть налево, направо, оценивать расстояние, далеко ли едет машина. Успею ли я перейти дорогу? Если подъехала машина к пешеходному переходу, надо убедиться, что она остановилась и действительно вас пропускает. Я являюсь студентом Московского машиностроительного университета. Угу. Совместно с ГИБДД проводим, участвуем в акциях «Пешеход», угу. Раздаем водителям листовки. Обкажите, пожалуйста, какие листовки. Вот такой план, иллюстрированный. Иллюстрированные листовочки такие, да, с жизненными ситуациями, в которые у нас часто попадают водители. Угу. Вот, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, проводим также беседы, uh-huh. проводим мероприятия в школах, в учебных заведениях, uh-huh. Беседуем с детьми, учим их, как правильно вести себя на дорогах, что нужно быть внимательными, uh-huh. культурными и вежливыми. Uh-huh. Соблюдать правила дорожного движения, всегда переходить дорогу в положенном месте, посмотреть направо, налево, убедиться, uh-huh. что дорога свободна, и только тогда переходить. Ну и, соответственно, такие же мероприятия с водителями, направленные на улучшение, там, скажем, их внимания на дороге, вблизи пешеходных переходов, чтобы не игнорировали знаки, а именно приостанавливались, притормаживали перед знаками, потому что в любой момент там может оказаться пешеход. Вышло.
да, не попал. Да, да, да.
Yeah.
Алло. Ладно, я тебя понял. Да, значит, длиной где-то...